Добрый день, меня зовут Максим. Мы продолжаем прогулку по музею Джослин искусства в Омахе. Мы в моем самом любимом зале, зал посвящен импрессионизму. Несмотря на то, что Омаха относительно маленький городок по американским меркам, здесь собраны очень интересные работы. Угадайте, кто это? Клод Мане. Одилон Редон. Кто бы мог подумать, что здесь он тоже есть. Камиль Писаро. Ну и, конечно, несравненный Пьер Огюст Ренуар. Кое-что про изделия из стекла. Мы еще видим произведение студии Тиффани. Начало 20 века. К сожалению, музей маленький, поэтому здесь нет работы Рене Лалика, к сожалению, к моему великому. Но Тиффани тоже. На очень и очень хорошем уровне. Особенно вот эта работа из радиоцентного стекла. Франтишек Капка. Ну, как художник мне он не очень нравится, но тем не менее. Кому-то Матисс нравится. Мне он не очень.
Ну и наконец, сейчас я покажу самую главную работу этого зала. Пока я показываю скульптуру с разных сторон, попробуйте угадать, кто автор этого произведения. А теперь правильный ответ. Это Эдгар Дега. Переходим в следующий зал. Киевит Галлери. Здесь представлено академическое искусство. Академик арт. Кто-то считает, что он устарел, но, на мой взгляд, если ты умеешь рисовать в академическом стиле, значит, ты как художник состоялся, потому что любую мазню ультрасовременную может сделать и мой кот. Это очень интересное полотно. Здесь можно зависнуть минут на 30. Настолько интересный сюжет, потому что каждая деталь своей картины, вот этой картины, это отдельная какая-то история, очень интересная. Будь то музыканты, будь то танцовщица, будь то римский император.
очень интересная работа. Наполеон Бонапарт принимает представителей Ватикана, папских нунциев. Очень аллегорическая работа «Кузнечик и муравей». Очень интересная. А вот это для меня был сюрприз, когда я первый раз пришел сюда. Это была подготовка. Вот это угадайте, кто это. Кто регулярно ходит в Тиковку, может, уже догадался, что это за художник. Для тех, кто не знает, сообщаем правильный ответ. Это Константин Маковский. Причем работа очень хорошая. Я даже еще раз ее покажу. Ну и, наконец, Суриков. Кто знает про Каслинское литье, поймет мое умиление при виде вот таких вот скульптурных арт-объектов небольших.